Приветствую вас на моем канале, и сегодня мы сделаем с вами красивую снежиночку. По ходу действия я буду рассказывать, что к чему и как, что, какие вещи нам нужно будет в этом мастер-классе. Но самое главное, конечно, нам нужны будут помощники. Это клей. Будем сегодня пользоваться двумя видами пинцетов, изогнутый и ровный. Ну, это для удобства, конечно. Можно использовать один единственный пинцет. Естественно, нам понадобится зажигалочка. И, конечно же, наши ножнички. Итак, мои хорошие. Снежиночку мы будем украшать различными такими вот украшениями. У меня это будет такие вот стразики. Красивые, обычные серенькие. И вот такие красивенькие полубусинки также мы с вами сегодня возьмем. У меня тут на камеру как бы не очень хорошо видно, но она такая идет как перламутровая. Так, и еще самодельную серединочку. Здесь вот хорошо видно, что она перламутровая. Такую вот, которую я делала сама. Вот. Будем украшать такой серединочкой. Ну что, поехали. Первый лепесточек, который мы сделаем с вами, мы будем для него использовать три отрезочка парчи. 2,5. На 2,5 сантиметра. Нам нужно будет для этой для этого изделия, для этого лепесточка, 3 таких отрезочка. И также нам понадобится отрезочек ленты 5 на 5 сантиметров. Так, из парчи мы делаем острый лепесточек. Здесь, девочки, я хочу вам показать, что мы не просто будем спаивать, но где мы будем обрезать. Обрезать мы будем вот такой вот хорошенький кончик. И, естественно, припаивать его зажигалочкой. Хорошенечко припаиваем, чтобы парча наша хорошо спаялась. Также мы будем, естественно, обрезать и снизу. Вот так. И спаивать зажигалкой. Из отрезочков парчи мы делаем 3 таких лепесточка остреньких и делаем вот такую вот веточку, склеивая наши лепесточки. Дальше, что нам нужно, это отрезочек нашей ленточки 5 на 5 сантиметров. Мы также складываем и делаем острый лепесток. Обрезаем мы у края. Также подпаиваем зажигалочкой. И обрезаем низ практически на уровне
выравнивая наш остренький лепесточек и опаиваем низ. Дальше что нам нужно сделать? Это мы берем нашу веточку, берем наш пинцетик, так вот, берем клеевой пистолетик, наносим клей и нам нужно вклеить в серединочку нашего острого лепесточка. Делаем это аккуратненько. Если есть лишний клей, пока он не остыл, его можно будет убрать. Вот таким вот образом. У нас получается первый наш лепесточек. Таких лепесточков мы делаем 7 штук и склеиваем их между собой, образуя вот такой вот цветочек. Дальше следующий лепесточек. Для следующего лепесточка нам нужна атласная ленточка 5 на 5 сантиметров. Два отрезочка беленького и один отрезочек серенькой парчи, серебристой парчи. Мы будем делать тройной острый лепесток. Поехали. Складываем наши треугольнички, образуем острый лепесточек. Смотрим аккуратненько, чтобы наши края все были ровненькие. Я сразу же его так вот как бы загибаю посерединочке и придерживаем. Делаем следующий из парчи. Также стараемся, чтобы все наши края снизу были ровненькие. Если они у нас неровненькие получились, выравниваем. И также я загибаю тут. Теперь придерживаю и вставляю его в мой лепесточек. Прижимаю, собираю. Дальше делаю последний острый лепесток. Может быть, у кого-то по-другому многослойные лепестки получаются. Мне их, если честно, проще делать вот так. Я все свои острые многослойные лепестки делаю именно таким вот способом. Пробовала разные, но мне остановилась на вот этом. Так, и дальше я так же само вставляю, выравнивая все снизу, выравнивая свой лепесточек. Подрезаем наш лепесточек сбоку и снизу. Вот так. Выравниваем его. Придерживаем. И подпаиваем наш низ. Таких лепесточков нам тоже нужно 7 штук. Мы их также будем склеивать между собой.
Не волнуйтесь, если вдруг у вас получаются лепесточки не все одинаковые. Ну, там, например, один меньше, другой больше. Это не страшно, потому что это будет не основной наш цветок. Он будет у нас снизу находиться, поэтому все эти неровности будут закрываться нашим вот этим вот цветочком. Поэтому самое главное и важное, чтобы вот этот вот цветочек у нас получился ровненький, чтобы все лепесточки были ровненькие. Так, а здесь самое главное просто ровненько их склеить. Так, вот такой вот цветочек у нас с вами получается. И это еще не все. Дальше мы будем делать следующий элемент. Дальше нам нужно сделать вот такую вот интересную веточку. Для этой веточки мы также берем отрезок ленточки 5 на 5 сантиметров. Здесь мы будем делать уже круглый лепесток. Для более удобства я спаяю края. Придерживаем посерединочке пальчиками наш треугольничек и начинаем загибать наши края к серединочке. Затем мы опускаем наши краешки вниз, выравнивая все наши изгибы. Обрезаем кончик. Обрезаем мы его немножечко, просто подравнивая. Подпаиваем зажигалочкой. Дальше переворачиваем. Нам нужно немножечко подтянуть вот этот вот внутренний сгиб, как бы его так наверх. И по этому сгибу, выровняя все боковые сгибы, соединяем вот так. И подпаиваем чуть-чуть слегка зажигалочкой вот здесь. Делаем такой как бы остренькое снизу и сверху. Что мы делаем дальше? А вот дальше я беру уже другой пинцет. И просто захватываю мой лепесток. Обрезаю вот эту ненужную нам часть. Когда мы ее обрезали, мы просто берем зажигалочкой и подпаиваем хорошенечко. И приминаем так, чтобы он хорошо здесь спаялся. Таких вот полосочек нам нужно здесь, таких гармошечек, я бы сказала. Нужно сделать 3 штучки. Мы их склеиваем 2 между собой, а третью мы вставим посерединочке. Наносим клей и вставляем так, чтобы ну, где-то около сантиметра, чтобы у нас выходило наружу. Где-то вот так. Делаем такую вот веточку. Так, теперь, мои хорошие, мы начинаем собирать нашу снежинку. Когда все детали у нас готовы, мы собираем нашу снежинку. Хорошенечко наносим клей на первый наш цветочек. И приклеим его таким образом, чтобы наши
Лепесточки были между лепестками. Вот так. Дальше между вот этими лепестками мы будем подклеивать наши вот эти вот веточки. Для этого мы просто наносим клей сверху вот здесь. Как бы вставляем их. Вот таким вот образом. Вот такая снежиночка у нас с вами получается. Так, теперь мы ее посадим на фетровый кружочек. У меня это будет 4 сантиметра. Я намеренно ничего не делаю. Ни резиночку, ни заколочку. Для того, чтобы клиент сам выбрал, куда он хочет эту снежиночку. Потому что эту снежинку, мне кажется, можно посадить абсолютно на любую основку. Даже на ободочек. Так, теперь осталось дело за малым. Все украсить по желанию. Так. Вот, мои хорошие, вот такая вот красивенькая снежиночка у нас с вами сегодня получилась. Кому понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите ваши комментарии. Не забываем про колокольчик, для того, чтобы не пропустить мои следующие мастер-классы. А я, как всегда, всем желаю всего самого-самого доброго. Всем пока-пока!